В Ульяновской области продолжается дезинфекция авто, аэро и ЖД вокзалов, общественного транспорта и остановок. Разработаны дополнительные мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Дезинфицируют в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. В электротранспорте и в местах отстоя автобусов также производится обработка поверхностей. Дезинфекция мест пребывания людей производится каждый час. Каждый час протираются сиденья, поручни, места около касс продажи билетов. Там в достаточном количестве дезинфицирующие средства, и данная работа производится. Производится звуковое уведомление о необходимости соблюдения мер безопасности при ковиде, то есть это ношение масок, это и другие мероприятия. На железнодорожном вокзале обеззараживают все поверхности и инвентарь каждые 2 часа. Стулья, стены, полки и двери протирают специальным дезинфицирующим средством. Раз в сутки обрабатывают поверхности методом орошения. Для всех пассажиров и провожающих на вокзале в свободном доступе находится санитайзер с антисептическим средством. Все средства безопасны для пассажиров. Кроме того, помещения вокзалов регулярно проветриваются. На вокзале Ульяновск-Центральный проводится ряд мероприятий, направленных на снижение распространения коронавирусной инфекции. И это информирование граждан о социальном дистанцировании и ношении масок в залах ожидания вокзала. Также данное мероприятие контролируется со стороны сотрудников транспортной полиции. Благодаря тому, что все сотрудники вокзала вакцинированы от коронавируса, он продолжает работать в штатном режиме даже в период пандемии. Сотрудникам вокзала при приходе на работу у нас замеряется температура и с периодичностью. В течение дня также проводится контрольный замер температуры. Также у нас все работники вокзального комплекса обеспечены средствами индивидуальной защиты. В целях борьбы с новой коронавирусной инфекцией на вокзалах Волгокамского региона Куйбышевской магистрали нанесены метки, указывающие безопасное расстояние в 1,5 метра. Размещены информационные плакаты о мерах борьбы с коронавирусной инфекцией. По громкоговорящей связи пассажиров информируют о необходимости использовать средства индивидуальной защиты. За последние дни мониторинговые группы проверили в Ульяновске объекты бизнеса, торговые точки, места общего пользования и транспорт. Выявили 1030 нарушений, из них 281 на транспорте. Составлено 156 административных протоколов. Валентина Никонова, Герман Баранов, Улправда ТВ.